О, спасибо, что сказали. А то я тут купил селфи-палку и заткнул гнездо, да, не сообразил, извините. Ладно, тогда повторяюсь, значит, эфир для активатики. Центр Казани, театр Элиаскара Камала. Звук есть. Люди собрались на прогулку. Что, и сейчас звука нет, что ли? Скажите, пожалуйста, кто смотрит. Может, что-то глюкануло. Ау, ау. Есть ли звук? Слава Богу, спасибо большое. Народу собралось значительно меньше. 23 числа по разным подсчетам было от 5 до 10 тысяч человек. Дело в том, что кордонами тут у нас Казань перегородили, центральные улицы, и кто куда ходил, спонтанно, кто к Кремлю, кто к Кабмину. Сегодня, конечно, поменьше, очень много прессы, вот в желтых жилетах, очень много госсми, Татмедиа. В прошлый раз, за полчаса до начала прогулки, очень много СМИ забрали в полицию без объяснения причин, без протоколов, просто продержали. Фактически остались только единицы. Так, вот люди скандируют свободу политзаключенным. В этот раз пока задержаний нет, насколько я знаю. Видимо, в прошлый раз не очень красивая картинка получилась для МВД или для властей. Автозаки разогнали по углам, поставили. Здесь их нету. И что удивительно, пока не видно ОМОНа, который в касках. Стоит обычная полиция в шапках. Ага, похоже, начинают уцеплять. Нацепляют площадь перед театром. Тоже окружают. А, да, вот автозак все-таки подъехал сюда поближе. Остальные стоят на соседних остановках.
надо делать. Давайте уважать друг друга. Хорошо. Рядом со мной произошел небольшой эксцесс. Товарищ полковник наругал представителя прессы в жилете, что он его фотографировал. А так пока все спокойно. Продолжаем эфир для активатики из Казани. Так, ну опять, конечно, проблемы с интернетом, просто рубанул. Так, все начинают выдавливать, все, появился ОМОН, очень много ОМОНа. Вот давайте посмотрим, они оцепили площадь. Так, вот там, где стояла основная масса. Опа, на! Оттуда всех выдавливают. Люди отходят. Административное правонарушение. Все, ступеньки заняли, ой, театра. То есть, похоже, вообще оцепили, да? Озеро у нас Кабан называется. Еще один. Больше
спрашивала, за что, собственно, задерживаете его. Приняли, вот, тащили его. Потащили. С третьего пришлось побегать, потому что, ну, было, потому что прессу все приняли, и как-то было это такое себе. Через забор пришлось прыгать. Ну, вроде пока вот троих. Здравствуйте. 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 Опять встречаемся. Да, ну как же. Еще одного. Вечерняя Казань. Спуск на набережную, вот что они сделали, понятно. Скандирование прекратилось. Большая часть людей утекла. Чел, можешь там дубить, да? Сейчас это дуб. Вас где это не пустят, все. Это все, что вас а как у вас это дубрет? Ну да, действительно. Я не гоните, уйти, получается. Вот, да, цепили вот площадь. Тут одна пресса осталась. Она с ним пускает даже. Пускают, говорят, да. Thank you.
вот сейчас сказали, всех, кроме никого, кроме прессы, не должно остаться. Кроме прессы? Да. Всех в автобус? Всех, да, просто забирают, кто внутри остался.